Тонкая копия вышла, у нее кляп во рту, на руках веревки. Кляп во рту, на руках веревки. Отлично. Защищаем его физически, биоробот, защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Артура в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Артура поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Артура. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверил ли он нам свое биополе на период сеанса. Он кивает. Хорошо. Итак, у нас кляп во рту. Что еще? Веревки где? У него на руках веревки, а в ногах какое-то красное большое пятно. Хорошо. Вытаскиваем этот кляп из его рта. Идет в клетку-тюрьму. Влад, разрежь эти веревки. И то, что в ногах находится, красное пятно, уходит в клетку-тюрьму. Выходит, выдавливается полностью до последней частички. И как выйдет, сила моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Готов. Хорошо. Так лучше, Артур? Так лучше, но ему еще что-то давит там внутри. Хорошо. Горло. Просканируй сердце, горло, что там еще давит. Отключи это полностью, выведи из его биополя, отправь в клетку тюрьму. У него сердце, горло и верхние чакры под ключик конструкции. Сердце, горло и верхняя чакра. Три верхние чакры. Понятно, как я говорил. Хорошо. Четыре. Четыре даже. Хорошо. Отключай это все, выводи полностью из его биополя. Готово, в клетке. Хорошо. Я даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой Артура, под ногами 360. Сканирует все 7 тонких тел Артура. Находит все. Выстраивает кляпа во рту веревок, красного пятна и этой конструкции каналы к ответственным, притягивая в клетку-тюрьму. Где бы они ни находились, все по цепочке приходят. Гуманоид конструкции. Хорошо. Демон. Какой? В остальном 16. Хорошо, демон. 16. На каком основании ты вошел в это биополе? Очень удобная психологическая позиция. Закинул лассо, подключился. И очень легко заморочить. Мароккой он отдален. Мароккой отдален. Объясни, что такое Мароккой отдален, чтобы я мог понять это правильно. И твой интерес непосредственно к этой душе меня интересует тоже. Я же говорю, замороченный он. Сам себя запутывает, не знает, что хочет, не выставляет правильные приоритеты. Ты какие-нибудь защиты видел в нем? Да. И тебе это все равно клапан не помешает? Клапан 3. А, ты ему закрыл рот из-за этого, да? Это из-за чего? Чтобы ты молитв не слышал, которые тебе неприятны? Почему ты ему кляп поставил? Веревки я понимаю. Красное пятно тоже могу понять. Кляп он сам себе поставил. На физическом уровне, а я помог в своем мире создать затычку. Угу. Молчит он, принимает, все копит. Я же говорю, а приоритеты собственные, личные внутри прячет. Надеется на защиты, ждет, а вот. Сам непонятно где. Слово важное, ты сейчас назвал «ждет». Активно есть какие-нибудь защиты, которые он выставляет, которые тебе бы не позволили войти? Да, постоянно что-то бормочет. Но ты видишь его на его тонком плане, эти защиты? Тебе же не помешало 16 герцами зайти, значит, у него вибрация? Я же говорю, лассо-то закинул, подтягивал, подтягивал. Помог ему заморочиться. Сколько ты находился в его биополе? 5 месяцев. Идем дальше. Гуманоид, откуда ты? Не беру. Как давно ты находишься в этом биополе и почему? За молитвами наблюдал. Ну, ты же не только энергия от них идет металлическая. И тебе это не стало помехой установить тебе конструкцию в его биополе, находиться еще там? Наоборот. Света нет от молитв. Энергия металлическая. Понятно. Так энергия твоя, получается, выходит, да? Проходя через твою конструкцию. Ты хочешь сказать, молитвы не доходят его или как? Объясни, я должен понять. Нет у него причины молить о чем-то. Он должен радоваться и свет издавать. Хорошо. А радости нет. Радость заменена. Назови чем? Озабоченность. Озабоченность. Сколько ты находился в его биополе, гуманоид? Когда тебе все мешает, стоит задуматься о собственном балансе. И гармонии. Хорошо. Сколько ты находишься в его биополе? 3,5 месяца.
3,5 месяца. И какая цель твоей подключки была? Энергии-то хорошие, чистые. Чтоб тебе помешало? Скапливаешь. Чтоб тебе помешало войти в его биополе? Скажем так. Что ты должен увидеть, чтобы не войти в его биополе? Как ему избежать твоей подключки? Силы внутренней нет. Уверенности, знания, понимания того, что хочет, цели. Абстрактное все. Принимает извне много, терпит. Зачем, сам не знает. Никого обидеть не хочет. И этим сам себя обижает. Во всяком случае, развитие души он точно обижает этим. Хорошо, мне здесь все понятно. Итак, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Артура спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным пациентам. Могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сканер просканирую сейчас полноту души Артура. 99. Ну, 1% будет находиться в конструкции. Что-то, Артур, вы неправильно делаете. Потому что все, о чем они говорили, оно как-то резонирует и знакомо. В таком случае нам. Я не знаю, я в конце работы спрошу куратора, хочет ли он что-то добавить или нет по причинам. Но мне кажется, вы не услышали куратора. Идет поток информации, он перевозбужден своими мыслями. Это красное пятно, это его энергии. И его собственные энергии, да? Он как горит весь изнутри, но радости нет, правильно сказал гуманоид. То есть он ни от чего не получает радость. Он все что-то ждет, что что-то изменится, но он не ставит правильно приоритеты. Ему нужно понимать, что главное, самое для него, ее ставить, эту цель в середине, и от нее уже идти. А он забирает как извне все. Да. И потом только прячет эту цель в самом внутри, стараясь справиться с внешним миром, людьми вокруг, работая проблемами. И понятно. Ставя последнее место свою цель. Вот реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Артур забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Именно поэтому у него вот этот кляп был. То, что он молчит. Он принимает все это извне, терпит, ждет, скапливает. А своя цель у него внутри, как душа, закрытая и без радости. И вся жизнь проходит мимо. В каких-то непонятных энергиях, низких вибрациях. Я просто говорю, Артур, 16-герцовый демон – это совсем не шутка. Это совсем не шутка. У него не низкие вибрации. Он вибрирует, но эти вибрации без радости, без света, так же, как и молитвы. Реверс закончился. Хорошо, я думаю, он лучше знает эту ситуацию. Итак, мы все убрали, все забрали назад. Сканер, полнота души. Артура, пожалуйста, просканируй. 100%. Хорошо. Даю команду демону. Демон, выходи. Вернее, не выходи, но посмотри, что осталось, что мы еще не вытащили на твоей чистоте. На ногах есть что-то. Хорошо, выйди, вытащи все, что осталось. Затемнения есть какие-то в биополе? Лярвы? Лярв не может быть так быстро. У него на ногах такие обувь, как мешки в больницах одевают. Бахилы такие, да? Да, он их снял. Хорошо. Есть затемнения какие-то, демон? Есть, а что ж не будет. А где? Объясни. Горло. Горло. Хорошо. Горло, это, я полагаю, было от кляпа или от конструкции? От чего это было? Того, что он сдерживает свои эмоции и себя. То есть это его собственное, да? Его терпение, которое переросло. То, что он не высказывает вслух, а накапливает. Этим же я и смог оставить кляп. А поэтому там находится и затемнение, которое со временем переросло бы в лярву. Хорошо, демон, хочешь получить затемнение это? Душит она его. Душит его то, что он не может высказать. Не может. Говорит или... он, но его мнение не принимает никто. А почему хотят не принимают? Хотят его переделать. Ты хочешь сказать, он под воздействием других людей, которые пытаются навязать ему свою точку зрения, а он не высказывает им? В свою очередь, свое он мнение. Он слушает, копит. Но уверенности и четкого высказывания нет. Он не останавливает это. Хорошо, ты хочешь это затемнение в горле?
Хочу, и красный круг тоже хочу. Хорошо, забирай сначала затемнение, и можешь потом вернуться в клетку. Красный круг перейдет в твою клетку. Приступай. Готово. Хорошо, идем дальше. Гуманоид, посмотри, что-нибудь осталось на твоей чистоте. Нет. Даю команду на рассинхронизацию Артура с гуманоидом, демоном и их подключками. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, демон, как выглядит твой эмоциональный фантом? Там есть что-то? Хаотично выглядит. Все на твоей чистоте, да? Угу. Хочешь получить? Хочу. Тогда назовешь мне первопричины. Я их сейчас буду перечислять, частоты. Выходит эмоциональный фантом Артура, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии и агрессии. Все это низковибрационное, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Фантом вышел. Как он выглядит? Опиши его, Вера. Там всплески этих энергий разным цветом, серым, черным. То, что и я они в оболочке такой. То, что я перечислял, да? Много из этого. Хорошо. Артур, эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам уже никто не мешал. Вы хотите от них избавиться? Хочу. Сворачивай энергии в шар. Забираешь демон? Забираю. Отправляю демону и слушаю тебя. Я главное скажу. Давай. Ненависть и гнев. Они присутствуют, но он их подавляет. Ух, какие низкие вибрации. Хорошо. Ненависть и гнев. Поэтому... Это я сказал самые яркие эмоции, а есть и другие. Хорошо, но это первопричина меня интересовали. Это первопричина. Из это этого не все... первопричины, это самые яростные энергии. А есть и другие, как расстройство, опустошение, что-то там еще перечислял. Апатия и скука. Апатия и скука. Изолированность. Скуки, может, и нет. Но все эмоции, которые присутствуют, он подавляет. Подавляет, а подавление не приносит радости. Так и есть. Хорошо, демон. Я понял всю эту информацию. Вопросов к тебе больше нет. Ты готов уходить? Готов. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. Демон забирает все, что принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. С того огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствуйте, Али. У меня по этой ситуации гуманоид с Нибиру 3,5 месяца сидел, вопросов нет. Мы получили исчерпывающую информацию. Если по твоей части что-то есть, пожалуйста. Заберем на проверку в любом случае. Благодарю тебя. Он начепнул душу, а это уже преступление. 1% мы вернули из его конструкции. Уничтожьте конструкцию. Понятно. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте. Под там, где находится конструкция. 1, 2, 3. Конструкция вместе с этим кляпом и веревками уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Клетка пустая, да? Да. Посмотри, сколько энергии нужно Артуру и какая частота вибрации будет ему полезна. 380-25. На счет 3 макушку головы Артура начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Артур, мы закончили вашу проверку. Сейчас будем возвращать вас назад, ваш биоробот. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Артура в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.